Идем далее. Сейчас о культурной программе фестиваля «Небесная ярмарка». H2O и никакой жажды. Под таким названием прошел День водной стихии в Кунгуре. Всех пришедших на Соборную площадь ждали интеллектуальные конкурсы, театрализованное представление, водные баталии и даже показ мод. Такова программа необычного мероприятия. Несмотря на неустойчивую погоду, семейный праздник собрал на главной площади города кунгурских мам и пап, бабушек и дедушек. Однако самая активная публика на празднике – дети. Программа развлечения насыщенная и разнообразная. Рисунки на асфальте, увлекательная викторина о жизненно необходимой стихии, фотобум, прилив свежести и, конечно же, сражение на водометах и водяных пистолетах. В этом году фестиваль воздухоплавателей проходит под знаком четырех стихий, а уже сегодня вечером кунгуряков ждет театрализованное музыкальное представление, посвященное стихии воздуха. Место проведения – Соборная площадь, начало в 19:30.